Три. Всем доброго времени суток, добро пожаловать на Вол Клаб, с вами Клад, The Sumrock, и наш Энгри. Куда ушел? Энгри? Такое? Вот, все, да? Жда, приближь, что ты бегаешь? Я что, веселюсь, что у меня 3600 просмотров, я веселюсь. Вау! Больной человек? Слышишь, больной человек? Пару минут назад у меня напал какой-то маленький робот, и за меня заступился какой-то скелетон и динозаврик, это я выложу обязательно, да. Все, заткнись, да, расскажи нашим зрителям про самое главное. В этом лаунче, ну, Энгри уже представил вам этот лаунч. Вообще-то нет! Вообще-то это секрет! Да ладно, да. Это потому что меня ни хрена не смотрит, а кто смотрит, тупо не подписывается на канал, и где-то хрен вам. Представить в этом лаунчере есть, да-да, есть. Знаете что? Меню улучшения, да-да-да, меню улучшения, на котором сейчас, вот. У меня 14 левел, я сейчас тупо все по одному, сейчас тупо улучшу все по одному. Там больше, там сзади левел дается 4 улучшения. 6 XP, 6 XP, тут все получается. Я тупо все хочу, вот и все. Я все тупо качнул, у меня 8 левел. Отлично. Все, тихо. Все, ладно. Начнем, пожалуйста, копать на замочку. Вот, у нас тут подаги слегка. Ну, это типичный Майнкрафт, он сюда, Дэн, ты все еще отмахиваешься от зомби, я танцую, отстань. Я пойду сожгу какой-то чувак. Что ты делаешь? Танцую. Они тут стоят, на тебя смотрят, ты понимаешь? Где они? Вот они стоят и смотрят. Да ладно, он не горел. Тихо, я танцую. О, он тоже танцует. Давай, брат, зажигай. Давай тоже. 40. Я должен отжечь. Сейчас. Не горел. Танцуем, братья. Он горит, сейчас прям играет. Так и пишет, они горят, смотрите. Он головой качает. Йоу. Йоу. Ага, ага. Давайте приближим этот. Йоу. Я напишу понял. Сумру, давай головой покачай, Сумру. Зацени. Давайте приближим. Да, давай. Ничего, он еще и прыгает. Так, да. Зацени, сейчас, сейчас, сейчас. Смотрите, мой зеленый друг. Ух ты, привет. Ой, динамик. Ох, давай. И... Ну, смотри, он жирнее, ты этот... А, ну ладно. Так, на карте у нас что-то эпичники есть. Ой, есть. Прямо, главное, я не говорю. Там курицы! Рядом с открытым. Там курицы, такая реакция сразу. О, здесь что-то взорвалось. Это овца, овечка! Наш охотник, да-да-да, он остальный охотник. Я в ней вошел. Я нашел курицу, надо приманить. Я в овце, слышишь? Не яйцо снесло. Все, а, спасибо, да. Овца, ты была хорошая. Хорошая собеседница. Мне бы яйцо подарили. Но не подарили, а подарил, да? Одна курица. Зацени. Так, а вот что у тебя дальше? Сумрак. Бегу. Да. Да. Где ты там? Ох, как ты в воздухе висишь? Или у меня просто... О, нифига. Смотри, что он делает, этот человек. Ты еще прыгни, давай. Сейчас. Скажи! Что он делает? Ты понял? Это был тайный подход к твой клан, твоей деревне. Никто так... О, у тебя тут я попался есть. Это вещь не трогает. Эй! Я смотрю. У меня яд, да. Это знаешь, было принято в 20 веке стреляться, а у меня яд пить. 18. Там шахта. Надо экран поехать. Я знаю, надо закрыть его. Пошли овечек. Подожди, о, я знаешь, что я вижу? Овцы. Я гуманный человек, я должен пойти в шахту. Сейчас загрузка. Овечка! У меня есть большой. У меня есть большой меч. Я овечку спас, смотри, куда мы сюда. А если мы убивай, Татьяна, нам еще пригодился. Я овечку спас, теперь она выходит из этого ужасного шахта. Кстати, которая уже тупит. Точно, у меня есть загон для овец, я помню. Да ладно, ты сделал загон для овец. Ты гонишь, ах, почему что? Там, посмотри, у меня есть. Дамы и господа, когда я снимаю, почему постоянно понижается FPS, это мне не нравится. Сразу повышается. Да что ты рак, домик. Это не я такой, это комп такой. Я такой, это комп такой.
все сваливаю на компьютер. Тихо-тихо, я загон иду. Перебирай этот столб, зачем весь вид портить? Луна такая. Нормально, взорви его нахуй. О, коробки! Тут взрывать ничего нельзя. Если коробки, я знаю. Я знаю. Где тут рядом эту пищу такое? Я коробку пришел. Да ладно, это твой загон. Только ты меня смотри. Не убивай никого, я разношу их. Видишь, раньше тут было всего 3 коровы. Теперь посчитай сколько. 1, 2, 3, 4, 5, они перетравливают. Заметь, 4, было 2 коровы и 1 овца. У меня даже летсплей есть. А теперь 6 коров и 1 овца. Воу. Знаешь как, 1 белый и 6 негров. Бурные фантазии Энгри, да-да-да. Какао, я пойду сделаю себе потом кофе. Так, вот что, я сделаю я кофе. Блин, я хочу найти розовую панчу. Олечка, что ты не смеешь? Что ты не размножаешься? Потому что она белая, она белая. Она белая, белая, нигерские шутки. Да-да-да. Затралили бедную овечку. Беленькую, белую, да, овечку. А что у меня есть? Большой меч. Меч, у тебя есть большой меч. Ну это неинтересно. Смотрите, я король горы. О, рассвет. А я встречал на горе. Блин, у меня плюсов не полная, это плохо. Что за большой самотык, слышишь? Слушай, все, я к тебе больше не подойду никогда. Понял, все, отстань. Большой у него там меч. И на этом ноте мы заканчиваем. Всем спасибо. На этом ноте мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Всем пока.